Так вот, чтобы сделать это, мы используем вот такие квадрокоптеры, оборудованные огнеметами. Такие устройства применяют в Китае для очистки высоковольтного кабеля от налипшего мусора. Так, скажи, как мы используем эти летающие огнеметы, чтобы испытать мощь и маневренность наших автомобилей? Хороший вопрос. Как видите, на каждой из наших машин установлены три цепи фейерверков. Одна на капоте, одна на крыше, одна на багажнике. Понятно? Будем ездить по специальному маршруту, а нас будут атаковать летающие огнеметы. А потом на финише получим по очку за каждый фейерверк, который не загорелся. Поскольку нашими противниками были двое ботаников-миллениалов, а мы были за рулем мощных западных седанов, мы придумали, что нам будет легко обогнать и перехитрить квадрокоптеры. Но, к сожалению, они нас разбили в пух и прах. Огонь с небес! Слева появился первый квадрокоптер. Господи, мне конец! Вокруг все горит! О, боже! Бандиты на 10 часов. О, нет! О, черт! Думаю, он запаникует. Немного встревожен. Потому что собаки не любят фейерверки. Ненавидят. Хороший был заезд. Мы соревновались на трассе с летающими огнеметами. Это был отличный день. Да. Что? Подожди. Да. Это было совершенно бесполезное испытание. Почему это? Мы не сделали ничего, чтобы убедить китайских деловых людей, что наши подержанные лимузины хорошие идеи, да и очков никто не набрал. Да, еще мы испортили краску. Да ладно, это легко исправить. Вовсе нет. Ладно, займемся этим позже. Сейчас нам пора поплескаться в лужах разговора, оставшихся после измороси споров, которая падает на разговорной улице. Это мне по душе. Да, это точно. Если позволите. Если позволите, продолжим тему Китая. Прежде чем сесть там за руль, нам всем пришлось сдать китайские экзамены по вождению. Мы видели, что такое экзамены по вождению во многих странах. Я помню, однажды в Индии видел, как женщина сдала на отлично, хотя она сидела на заднем сиденье машины, а ее экзаменатор был в другой машине, следовавшей позади. Да, это было в Египте. Нужно проехать на 2 метра вперед, потом сдать на 2 метра назад, и ты сдаешь экзамен. Это все? Хотел бы я видеть такого, кто не сдал. Да, ну так вот, мы подумали, что сдать экзамен по вождению в Китае будет, знаете ли, довольно легко. Тем не менее, нас ждал небольшой сюрприз. Вообще-то я снял видео, как Хаммонд сдает экзамен. Кто-нибудь хочет это увидеть? Качество плохое, я снял на телефон, но вот оно. Экзаменационный центр. Так, вот он сжал руки в кулачки. А потом начал делать приседания. Вот что он делает. А потом ему нужно встать на весы. Напряженный момент. Все еще напряженный. Ты сдал, Хаммонд, ты сдал!